Наверное, одна из последних, которая запечатлела наш город в том виде, в котором он был в середине прошлого века. Эта фотография имеет в фоне своем собор. Наш Введенский собор, всем известный, всеми любимый, часто посещаемый, одно из самых достопримечательных мест нашего города. Какой он красивый, вы видите и теперь. Таким же он был всегда. И мне кажется, что на все протяжении 500 лет своего существования. Место было самое, наверное, любимое. Не только потому, что рядом была Волга. И часто посещали люди не только для того, чтобы отдохнуть или как-то развеяться, но были и чисто праздничные, религиозные посещения, потому что на большие праздники, на пасхальные дни здесь было, не сказать столпотворение, но было очень-очень много народа. На этой фотографии изображены мои одноклассники. Мы все жили здесь рядышком. Это мы во время школьных занятий снимали. Рядышком здесь находилась наша школа, которая была очень интересная, старая школа. Такая же, наверное, как наш любимый город. За мной находится одно из самых старых деревьев нашего города. Это дуб, которому почти, наверное, где-то лет 400. Мое детство, мы часто играли под ним, часто залезали на него. Мы очень гордились, что у нас во дворе растет такой красивый большой дуб. Несмотря на то, что наш город очень сильно меняется в последнее время, я очень рада тому, что по-прежнему остаются наши замечательные вот эти волжские места, на которые мы любим, ходим и будем приходить, и будут приходить, наверное, наши дети и внуки. И то, что наш город по-прежнему сохраняет свою индивидуальность, свою молодость, и мы должны, наверное, все-таки приложить еще больше усилий, чтобы он также у нас процветал.